поздравить нас, и не только, и даже, может быть, и просто выжрать по поводу 8 октября. У нас есть две даты, 20 мая и 8 октября. В это время можно жестко выжрать. Все, кто писал анкеты, касающиеся группы AFK, просьба отсылать их в бар. Все, кто пришел жестко выжрать, просьба слушать концерт. Thank you.
знаю, сегодня хуже, чем предыдущая. Она называется «Свет в августе». Я забуду за мной, это за свет. Не можем абсолютно свет.
никому не достанет, хотя прекращается. Ты просыпаешься, видишь все, и ты кричишь. Yeah.
несмотря на все то количество мудаков, которые окружают наш коллектив, мы все-таки надеемся, что наш альбом появится. Никогда! Надеемся, что он появится в конце этого месяца, но самая крайняя точка в декабре. Если он в декабре не выйдет, то, блядь, разъебемся нахуй, я надеюсь, вместе с вами. Следующая вещь с этого альбома, которая называется «Жизнь радикала». Это вещь 2-1. Thank you.
Следующая вещь посвящается всем тем девушкам, которые так стойко ходили на наши концерты все эти 6 лет. Всех мужчин мы предупреждаем, что будем еще долго играть, а я ваша девушка. Вчера в начале февраля опять вернется тихо сия твоим. Бесконечные упреки и вопросы, и ответы. Наверное, можно разобраться, если мы еще не только в любви.
Public enemies, not a warrior of kings, not a dangerous
from kind of that. This is no song about war, no about my life before. We'll be right back.
nation. I can't see less bad the nation. A word of motherfuckers in thy own danger. I can't see less bad the nation. A word of motherfuckers in thy own danger. Следующая песня была придумана достаточно давно, но, к сожалению, что Путин такой же пидорас, как и предыдущая, она не потеряла. Решил отправить ебаных зверей, которые взрывают людей. Да, она не потеряла своей актуальности. Она называется «Записка президенту», мать его, сука, блин. Thank you.
Thank you.
шоу. Мы хотим раздать. Не пиздюли, конечно, хотя хотелось бы. Всем тем героическим людям, которые писали вот эту коню. Итак, тот, кто получит бесплатный вход на следующий концерт АФК. Где он будет? Где концерт? Назарян. Есть. Можешь читать, не умею. Да, посмотри. Попробуй. Попробуй, прочитай, грамотей. Назарян! Есть кто-то здесь такой? Вот здесь много написано. О! Воронин Алексей есть? Нету! Воронин Алексей Александрович! Это я! Вы девушка? Вы, ну, залезайте сюда. Вам поможем. Его Воронин Алексей! Ебать, такие сапоги! Вот эта девушка придет к нам бесплатно. А сейчас вы пройдете вот туда. Туда и подождите нас. Паша, не победи! Но главное же не концерт, главное выжрать. Теперь кто-то, кто получит батл. Батл. Батл, нет, тут есть. Первое, что мне выдали, абсолют. Пускай абсолют. Да, дальше я не прочитаю. Костина Дарья, есть такая здесь? Ой, нет, ей 18 лет, ёлки. Костина Дарья, вы с кем-то пришли? С кем? Там есть кто-то? Вам кто-то разрешит выпить этот батл? Теперь пройдите туда и с вами сделают то же самое, только при участии бутылки. Быстро ты! Панк-рок! Ah!
сыграть еще один хит. Сейчас прозвучит. Сегодняшнему вечеру начинает Максим Евгеньевич Галкин.